Хотите, я расскажу вам историю? Это история о маленьком мышонке, который отправился в путешествие. Вернувшись домой, малыш решил, что он самый сильный, самый ловкий и самый храбрый во всей тундре. Бабушка-мышонка спросила у него, как он об этом узнал. В ответ на это рассказал, что переплыл большое-пребольшое море, перепрыгнул высокую-превысокую гору и справился с двумя медведями. Но оказалось, что море было лишь следом от копыта, гора маленькой кочкой, а медведи молью да мухой. Осознав это, мышонок расстроился, но бабушка его успокоила. Ведь для такого маленького, наивного мышонка это были настоящие море, гора и медведи. А раз уж он этого не испугался, то его действительно можно назвать самым сильным, самым ловким и самым храбрым во всей тундре.